Я являлся свидетелем, как к нам, когда мы приехали в Убежное, кооператив гаражный встали, то нам привезли около 20 человек людей. Там были и женщины, и мужчины. У них мирные люди, у них были белые повязки на руках. Привезли их с правого сектора люди. Нас было там шестеро и еще два. И была команда, чтобы их расстреляли. Мы на вопрос наш, зачем мы это должны делать, старший ответил, что это будет наша месть за Бучу, убитых вроде бы как в Буче мирных людей. Мы отказались это делать, за что нас разоружили, и тот же гараж были мы опущены в яму. Позывной старшего? Там он не называл. Это люди, которых мы увидели первый и последний раз. Больше мы их не видели.